Челябинске появились собачьи няньки. Они погуляют с псом, покормят хвостатого и помоют, если нужно. В городе действует услуга по выгулу собак. Сладить с Алином и Нордом трудно, но у Александра Васильева получается. С псами он подружился. Выгуливает хаски несколько раз в неделю. У владельца собак плотный график, поэтому днем время с ним проводит Александр. А друг другу не ревнуют? Тоже одного начнешь гладить, второй несется, толкается. Предприниматель и любитель собак Александр Васильев открыл сервис выгула домашних животных. В европейских странах такая услуга давно пользуется спросом. С недавнего времени сервис стал популярен и в Челябинске. Клиенты звонят, и мы с ними встречаемся. У нас есть вся информация по их собаке, по породе, особенности поведения, с кем контактировать, с кем нельзя контактировать, какие есть, допустим, привычки хорошие, плохие. Для собак Александр предлагает all-inclusive. Сводит хвостатого на прогулку, накормит и помоет лапы. Услуга владельцу пса обойдется в 390 рублей за 45 минут. Профессиональный выгульщик также дает гарантию, что собака не убежит. Выгульщик гуляет с собакой на амуниции хозяина. Собака еще дополнительно крепится вот таким вот карабином. Хозяин может отследить точное местоположение своего питомца и посмотреть, как проходит прогулка. На смартфон владельца приходит полный фото и видеоотчет. Также на каждого пса Александр заводит личное дело, где указаны номер ветеринарного свидетельства, адрес ветклиники и информация о поставленных прививках.